А это кто? Это моя подружка, с которой я встречался, когда купил мотоцикл давным-давно. Да. Скажи, а ты не боишься разбиться насмерть? Нет. Когда мчишься на мотоцикле по равнине, 5 минут твоей жизни бывают интереснее, чем у многих людей вся жизнь. Да, это прекрасные мгновения. Как быстро жизнь пролетела. Знаешь, опасность придает вкус нашей жизни. И иногда нужно рисковать, сынок. Иначе жизнь просто дешевка. Ну еще, конечно, в жизни нельзя обойтись без симпатичных девушек. Ха-ха.